И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Она как быстрее нас здесь оказалась? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Тебя я первую огнеметом я подожгу. Я помню ее с пеленок. А тебя, мужик, второго. Матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да, вижу себя, ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. Вставай. А ну, вставай. Давай. Иди. Не целься мне пушкой в яйца, дебил. Надо в голову целиться. Иди, я сказал. Дай только повод. Так и ты лох. Куда? Хрен ли ты встал? Шагай! Иди, говорю! Где операционная? О, да-да-да! Отстреливай! Время. Где? Где? Все, теперь детей самый точно не будет! Вверх, дальний конец! А зачем ты создался-то? У тебя и так двух яиц уже нет! Отлично! Кому огнеметика? Контрабандист, он здесь! Полагаю, здесь припасов нет. Так что... Кому-то не повезло. А нет, смотрите, есть припасы.
Ау. У вас струнные токи, вы что, охерели что ли? У меня такого нету. Ну, раз вы по-русски не понимаете, то мы будем обращаться с вами по-африкански. Пули в лоб и все пройдет. Вариант. Ну же, что ты? Что ты присела там? Высунься. Тварь. Да что ж такое-то? Я с тобой в игрушки что ли играю, думаешь, а? Чертила гребаная. Кого? Надо зачистить все помещения, а то они выбегут опять откуда-нибудь из задниц. Дробовик! Кто не хочет дробовик в лоб? Или огнемет в зад? А, вижу. Он здесь. Быстро они здесь тебя замечают. Видимо, знают о твоем присутствии. А, блин, я сейчас обошел всю кругом, я отсюда, видимо, вышел. Охренеть! Аж пилюльки нашел. Чуть никого не видать, все притаились, сволочи. Fuck you. А вот штурмовая винтовка? Может, все-таки для нее давали улучшение? Здорово они так под конец игры дали. Побегать с новым оружием, конечно. Хотя, если бы нельзя было подобрать штурмовую винтовку, это было бы глупо. Банка не взорвалась, что ли? Он здесь! Херня ваша штурмовая винтовка, вот что я скажу! Она как заливная рыба. Даю.
Вау. 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 Вот это не дали, конечно. Охереть. Я думаю, сейчас мне огнеметом не позажигать. Пока. Дебил, что ли? Видимо, да. А чё вы бегаете тут вместе? Вы там, вы Тамара, что ли? Кто-то из вас Тамара, да? Не знаю кто, может та, что без головы? Или та, что дура? Отстой. Можно было, в принципе, по-тихому их нести, но, блин, это ж весело их вынести просто так всех. Надо подобрать свою банку. Она что-то не взорвалась как-то. Плохо дело. Или взорвалась, но я не заметил даже. Вон она внизу валяется. Как бы пробежаться-то, чтобы меня не заметили. Это круто. Побольше бы таких банок. Я бы только с одними банками проходил игру. Говорил бы всем, у меня есть банка, а у тебя нету банки. Лучше бы витаминок дали. У меня 95 единиц навыков. Мне всего лишь чуть-чуть надо до максимального здоровья. Ну же! Ну же, дайте мне! Ну, пожалуйста! Ну как тебе еще просить, игра? Я так полагаю, все. Люди исчезли. Не, ну если, конечно, кто-то хочет выбежать, то он получит кирпичом в лоб. Я думаю, что здесь извращенцев таких нет. И я нахер заблудился. Не, ну раз все стояли здесь, то мне нужно идти сюда, да, вот западное крыло, допустим. Допустим. То есть, может, это не факт. Я ни хера не вижу. Боже! Добил ведь почти говнюк, а? Вот это плохо получилось, можно было просто пропустить.
О, не-не-не, 11 минут назад был эпизод, последний. Последнее сохранение, так что ну его нахер. Можно было их просто пропустить, я затупил, ладно. Я испугался. Испугался, не бейте меня! Надо взять коротыша. Карлики идут в бой! Чур я не карлик. Вау, вау! Вау! Попал же в меня, скотина! Только в него прицелился, он падал. Да-да-да, пилюльки! О да, детка, максимальный уровень здоровья, да. Ну и чё, сосунки? Попробуйте теперь мне хп снести. Странно, что здесь валялось две пачки патронов. Я же убил только одного. Человека. А, не суть. Я так полагаю, боссом будет та негритянка финальным. А, черт. Так. Сейчас он оборачивается, там 350 человек. Почесывают бороду, мол. Я не думаю, что происходит. Отстой. Какого хрена? Они еще выше не могли заползти, нет? Диктофон хирурга, ну давайте прослушаем. 28 апреля. Марлин была права. Я тоже не видел ничего подобного. У девочки иммунитет к инфекции. Почему? Неясно. Как и в предыдущих случаях, в серозной цереброспинальной жидкостях наблюдаются высокие титры антител кордицепса. Посев крови выявил стремительный рост грибковых колоний. Однако абсолютное содержание лейкоцитов полностью соответствует норме. Провоспалительные цитокины без изменений. Томограмма мозга не выявила грибок в краевых долях. Этот признак обычно предшествует приступам агрессии у зараженных. Надо воссоздать это состояние в лабораторных условиях. Мы стоим на пороге открытия, сопоставимого с созданием пенициллина. Спустя годы бесплодных поисков, мы наконец достигли цели. Мы позволим человечеству вновь обрести контроль над своей судьбой. Все жертвы, что мы принесли, все страдания на благо высшей цели, все это было не зря. Охереть, у меня такое чувство, что переводили действительно две разные группы переводчиков, и потом оба перевода были внедрены в игру. Потому что какого хера? Вы видели, как текст не совпадал абсолютно? Половина шестого. 28 апреля. Я только что поговорила. Нет, скорее наорала на главного хирурга. Оказывается, невозможно извлечь паразита, оставив живых носителя. Попросту говоря, им придется убить девочку. И у меня запросили разрешение. Новое испытание на прочность. Я устала. У меня нет сил. Я хочу только одного покончить с этим. Она дольше молчать будет еще? Может еще? Пусть делают то, что нужно. Охереть! Ты еще паузу подольше! Возьми. Чтобы уж совсем было интересно слушать. Ну понятно, она тут ни при чем. Она же тоже жертва обстоятельств.
Правда, она такая охерительная жертва. Охерительных обстоятельств. Все, теперь я вооружен и очень, мать твою, опасен. Мать твою, негритоска. Здесь целый коридор. Порядок. Здесь очень полезно есть. Ух ты, нихера себе. Да, все полезное. Вау. А, я мог посмотреть, что здесь есть. Я затупил. А, боже мой, тут лучше. На, ладно. Тут лучше лежала труба, чем у меня. А, у меня аж топор, что-то туплю-то так. Он лучше, чем труба. Он выносит всех с одного удара и так. Без улучшений. Нет, мне насрать, что здесь дверь заблокирована. Откройте. Я приду быстрее. Элли. Я иду к тебе. Я надеюсь, там еще операцию не провели, а то я с таким долгим забегом-то вряд ли успею. Надо было... Не, ладно, ограничение времени не надо, это тупость ужасная. Я и так бегу, как могу, быстро. Нет, мне послышалось. Я подумал, что я здесь не один. Дневник, Марлин. 15 марта. Мы наконец-то перешли границу Юты. Через пару дней встретимся с остальными. Настроение ребят заметно улучшилось. Я опасалась, что их боевой дух упадет из-за смерти Грега и Тани. Но сейчас они снова смеются. Робин подошел ко мне и сказал: «Спасибо, что присматриваешь за нами, Марлин. Казалось бы, мелочь, а как важно для меня. Как важно для меня». 23 марта. Элли больше нет. Мы добрались до больницы. Все очень радовались встрече со старыми друзьями. Ведь некоторых мы не видели уже больше 10 лет. А потом мне сообщили новость. Я не могу есть. Не могу ни с кем поговорить. Я должна радоваться, что еще жива. Но сейчас хочу только одного. Закрыть глаза. 24 марта. Я знаю, о чем они думают, глядя на меня. Что мы вели себя как полные идиоты. А что я могла сделать? Я думала, что погибну. За нами охотился весь бостонский батальон. Я должна была вывести ее из города. Откуда же я знала, что группу сопровождения уже убили? Черт бы их всех побрал. Я запаниковала, но в итоге быстро пришла в себя, а мои ребята оказались куда способнее, чем я думала. Многие даже смогли пережить нападение армии. Я должна была оставить ее при себе, а вместо этого отдала каким-то контрабандистам. Ну, спасибо тебе, классно ты нас назвала. Я подвела тебя, Анна, я подвела нас всех, я полная идиотка. 25 апреля, я не могу поговорить с ними. Я с трудом выдерживаю их взгляды. Мне больше нельзя здесь оставаться. 28 апреля. Только что вышел на связь один из разведчиков. Сообщил, что видел старика с девочкой Кот. А, и что? Может, перевернуть можно? Бла-бла-бла-бла-бла, двас. Ну вот здесь написано то, что дальше написано. Она жива. Нет, я такой почерк не разберу. Короче, дальше мы знаем, что произошло. Че тупить-то? Ух ты, у них даже телевизор в палатах есть. Обалдеть. Охереть. Ты видел? Вон там. А, я вас обошел, обломитесь. Нихера их там, посмотрите, там их целая армия, пипец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, по-моему, восемь, еще восьмой ушел из моего поля зрения.
А, погляди, лишишься головы. Тебе показалось. Куда пройти-то? Он здесь. Козел. Обошел все-таки. Хер вам! Охереть, как вас много. Можно, можно! Могу я птичку сделать? Могу. Перчатку могу сделать. Да я вообще крут. Нет, подождите. Это я пока что припасу на потом. Ай, говнюк один сбоку. Цепью! Отвлекитесь от меня. Минус два. Это просто брутально. Не, мне лучше не вылезать, они меня покромсают сейчас. Если я пойду. Давай, 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 отходи. Какого хрена один сюда идет? Да я не хотел этого делать! Ну все, смотрите, меня убили. Я случайно кнопку нажал. Квадрат. И мне сняли все ХП. Ни за что буквально. Один здесь где-то сидит. Цепью! Как тебе такое? Я вас всех обошел, понятно? Я вас всех сделал! Заплачу? Не! Скорее всего, я тебе голову снесу, козел! Все, теперь можно все полутать. Ну, они, конечно, мне задали сейчас здесь. Я там сам облажался, когда этого хотел по-тихому убить ножом, но... Нажал случайно кнопку квадрат.
Че, все, больше никто не хочет мне отдать ничего? Например, свою ногу. Так. Вообще можно было по-тихому, наверное, пройти, но да ладно. Я ужасный мясник.